Белорусские газовики своих потребителей не обижают. Различий между городскими жителями и сельским населением не делают. Подтверждение появления современных центров обслуживания населения в небольших городах. На этот раз такой подарок получили потребители газа Ивацевичи и Ивацевичского района. Главная цель – это создание безопасных и достойных условий труда для работников газовых хозяйств, а также при применении самых современных передовых технологий, оборудования, программных комплексов, удобства для тех потребителей, которые обращаются в сферу наших задач. Задумывая проект, во главу угла руководство предприятия «Брест-Облгаз» поставило интересы своих потребителей. Для них в центре обслуживания внедрены новые современные технологии и оборудование, созданы комфортные условия пребывания. Вся работа строится по принципу «одно окно». Кроме консультаций, выдачи справок и заключения договоров, здесь можно приобрести или заказать газовое оборудование. По такому же принципу мы работали в Жабинке. В этом году мы тоже усовершенствовали наш район газоснабжения. Завершена полностью комплексная модернизация Пинского управления. Там у нас очень большие глобальные вопросы были, потому что там имеется газонаполнительная станция. В целом завершили мы это. И одно из наших прочих видов деятельности, одно направление – это торфозавод, который расположен в Ивацевичском районе. И мы его тоже довели до такого уровня. Отдельно обустроен в здании и технический класс. Он необходим для собраний и занятий с работниками, а также инструктажа с новыми потребителями газа. Для населения будет использоваться в качестве проведения обучения на самостоятельную проверку дымовых вентиляционных каналов, также по инструктажу пользования газовым оборудованием, как это правильно делать, чтобы не создавать аварийных ситуаций. Комфортное пребывание предусмотрено не только для посетителей центра, но и для сотрудников. Мультизональная система кондиционирования, теплые бытовки, оборудованная комната приема пищи, имеется даже собственный спортзал. Для любого работника, я думаю, немаловажный фактор, какой офис и где он работает. Это, наверное, одно из показателей, наверное, для человека любого, тот, кто выполняет какие-то свои функции. Мы здесь проводим очень много времени, да, и большую часть, наверное, своей жизни мы проводим на работе. Реконструкция затронула и благоустройство прилегающей территории. Расширены подъездные пути, созданы парковочные места для работников. Татьяна Бадгусаим, Людмила Салзина, Виталий Барташевич, телерадиокомпания «Брест».